политика будет заниматься вашей жизнью самым циничным образом, если вы не будете заниматься политикой. Не оставляйте после революции без контроля ни один шаг политиков. Thank you.
Сейчас на выборах мы будем 25 мая иметь возможность провести первый тур выборов. Дякую. Юля Владимировна. Юля,
На следующий его отношение. Следующий. Юля, мы с тобой. Спасибо большое. Пантюха. Я уже как копаю, перед ним прочитала, что вы. А потом говорит, подкопаю меня. Самое хотела. Победы! Доброго!